Так, всем привет, снарядил вот такие интересные три патрончика. Здесь латунная гильза, капсель центробой, порох Тахо 1 грамм, картонная прокладка, дальше туалетная бумага для, так сказать, лучшей обтюрации 2-3 мм, дальше горох 10 грамм и опять туалетная бумага, чтобы это все не выпало. Снарядил, так сказать, по просьбе Джонни Пона. Привет, Джонни Пон. Он хотел, чтобы я снарядил пластиковыми шариками, но их, к сожалению, нету. Или резиновыми, их тоже нету. Поэтому горох. И попробуем отстрелять в бутылочку шампуня на дистанцию 10 метров. Так, стреляем. Выстрел неожиданно хороший получился. Пойдем смотреть, что получилось с этого. Баночку сбила, немного помяла, ну более еще ничего, попробую еще в картонку выстрелить. Так, и в картонку пробуем этим патроном. В картонке, видимо, результат немного другой. Картонку горох пробил, вот следы такие. Вот. Можно сказать, имитация пластиковых шариков для страйкбола. И попробуем еще с 5 метров уже в баночку с по шампуня, бутылочку эту. Так, и пробуем с более ближнего расстояния. Посмотрим. Ее откинуло. Но я думаю, что не пробило. Хотя нет. Одну стенку, можно сказать, пробила. С 5 метров вот так вот получилось.